Good afternoon, утро, день, вернее. Good morning, доброе утро. Всем привет. Мы продолжаем наше вещание на канале. И сегодня с моей любимой племянницей Машей мы продолжаем изучать английский язык на интересных, веселых историях. Давай, Маша, вместе скажем good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Классно. Маша даже песенку придумала. Good morning, good morning, good morning, how are you? Good morning, pretty. Good morning, pretty. Дальше что? Ну, слушай внимательно. Good morning, pretty. Я ничего не слышу. А, ты не слышишь? Good morning, pretty. Ну, давай скажи доброе утро, потом pretty. Pretty — это имя. Good morning, Рэти. Ага, good morning, pretty, pretty. Good morning, honey. Good morning, honey. Good morning, honey. Да, yeah, good morning. Там носовой звук. Good morning. Можно даже себе нос закрыть, и будет тот звук, который нужен. Как будто у тебя нос заложен. Good morning. Where are my keys? Where are my keys? Дальше что? Что? Where are my keys? 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 Keys. Давай даже нарисую. Keys. Это вот такое вот явление. Как думаешь, что это? Не знаю. Ну, на что похоже? Давай по-другому нарисую. Ну, таких ключей Я уже. вообще не вижу. Я вообще не вижу, что ты там рисуешь. А, ты не видишь, сейчас мы делаем что-то. Так. Сейчас я покажу тебе все. Так, это закрываем. А почему не видишь, непонятно. Давай тогда закроем и снова откроем. А Сейчас так вообще видно? нет, рисунок никакой не видно. Ну вот, where are my keys, видно? Что? Where are my keys? Нет, не видно. Так, ну, думать, что делать? Ну, у меня показывает этот экран. Вместо меня показывается ведь экран, правильно? Ну, он показывает слова какие-то. Да, слова. Where are my keys? Все правильно? А вот Да. рядышком видно? Вот я стрелочкой показал. Нет. Нет. Давай поближе нарисую. Key. Ничего, я не вижу, что ты там нарисовал. Так видно? Нет. Ну ладно. Я тогда так скажу. Это ключ. Key. Key. А вот так вот навожу курсор. Видно, что написано? Да, ключи написано. Да, вот я ключик нарисовал. Хорошо. Where are my keys? Один
будет key без s на конце, а s, она такая змейка. Змейка. Это множественное число существительных. Когда много чего-то, появляется s. Такая вот змейка смешная. Where are my keys? Your keys. Your keys? My? Yours? Чьи ключи? Your keys? My? My keys? My? I? My? Yours? Yours? Мои ключи. Да, а your. Не знаю. Your, ну, my, мои, а your, чьи. Что? Ну, если не мои, то чьи. Чьи могут быть еще ключи? You – это как переводится? You. I love you. Как переводится? Не знаю. I love you не знаешь? Я Это упущение. I тебе love любить. Love. Что? Бабушка тебе когда-нибудь покупала жвачку Love is? Love is. Нет. Нет. Но они редко продаются, они раньше часто продавались. I love you. Я люблю тебя. Вот you – это ты, а your – это твой. Твой, твоя, твои и так далее. Your keys. Your keys? Okay. Let's continue. Твои ключи. Да. Прити не может найти свои ключи. Правильно это или нет? Не может найти свой ключ. А прийти это кто? Ну вот жена вот этого Викрама. Тут имя его не указано, но потом будет понятно. Вот это. Мне кажется, прийти может найти ключ. Where are my keys? Давай вспомним, как это переводится. Where are my keys? Мои ключи. Да, where? Вопрос. Где мои ключи? Где мои ключи? Where are my keys? Так она может зайти? Может она найти свои ключи или нет? Нет. Да, это правда. Yes, I need to go to work. Yes, I need to go to work. Давай почитаем. Yes, I Yes, need I need to go to to work. work. Yes, как переводится? Yes. Это значит да. Да. I. Я need. Ну, по-русски почти одинаково звучит. Нет, мы не... Нуждаться. Need. Нуждаться. Нет, я не изучала. Ну, слушай меня внимательно. Need переводится нуждаться. Нуждаться мне нужно. I need, я нуждаюсь, мне нужно. Да, я нуждаться. To go. Что люди делают? Не знаю.
Ну вот Мы представь, что этого это человек, и что он не делает? изучали. Мы этого не изучали, мы овощи Я изучали. понимаю. Вот представь, что это человек, что он делает? Что? Вот представь, что моя рука это... А, ты не видишь? Так, с этим сложнее. Бабушку попроси, чтобы она установила зум. Хорошо Так. тебя слышно. Я говорю, наоборот, хорошо, если ты этим не занималась. Чем Вот. у тебя сердце так Вот. высохло там, в Что комнате, человек на делает? диванах. Маша, что человек делает? Видно человечка моего? Нет. Нет. Ну ладно, go — это идти. Go, 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 go. Let's go. Привет, Андрей. Привет. Переводится «давай пойдем», «пойдем», «let's go». Или есть песня «go down, Moses». Не, я не знаю такого. Go, go. Ну, запомни, go — идти, go, go. To work, work, work — это работа. То есть куда идти? I need to go to... На работу. Здорово. Ты прям здорово переводишь. Yes, I need to go to work. Давай скажем. Yes, I need to go to work. Давай почитаем. Yes, I need to go to work. Yes, I need to go to work. Great. Okay. Great. Great, это замечательно. Great. I need the keys to my car. I need the keys to my car. Что ей еще нужно? I need the keys to my car. The keys. Что еще нужно? The keys. Keys мы не изучали. Ну, key мы же запомнили с тобой, что key — это ключ. Key, а keys — это множественное число, значит, ключи. Ключи. To my car. My — это to как... To my car. My — как переведем? My. I, my. Ну, давай вспомним, как переводится I. I love you, I like it, тоже очень частое выражение, I like it, я люблю это, I go, я иду, какое у нас там было, I need, мне нужно, I work, я работаю, I. И получается, I need the keys to my car. I need the keys. The keys to my car. To my car. И как переведем? I need. Я. Мне нужно. Я нуждаюсь, мне нужно the keys, мои, the keys, мои ключи. Ну, ключи, my car, car.
Да? Как делать car? Не знаю. Знаешь, что такое картинг? Нет. Нет, не знаешь. Ну, ладно. Можно представить машину, а на ней картошка сверху падает, и весь бампер побит от картошки. Ну, или бампер, или стекла выбиты. Представила такую картину? Car, car, car. А еще из этого, из одного из окон боковых вылетает корона и говорит car, car, car. Car, car, car. Представила картинку? Машина. Давай даже нарисуем. К сожалению, почему-то ты не видишь. А ну, потому что ты не в зуме, наверное. Угу. Представила картинку? Машина. На нее картошка Конечно, падает. я не в зуме. Опиши машину, которую представила. Опиши. Какую машину? Ну, car – это машина. Car – это машина, а на машину падает картошка. Картошка падает. Car, car, car. Все стекла боковые выбиты, трещины пошли. А, мне, ну, да, мне представь. нужно в машине ключи. Да, мне нужно ключи от машины, все правильно. Car, 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 машина. Car, автомобиль. Car. Pretty, your keys are here on the table. Pretty, your keys are here on the table. Давай вместе скажем. Pretty. Pretty, I your keys. Keys. Your keys are here on the table. On the table. Pretty, your keys are here on the table. Pretty, your keys это я не are here on the table. Are here on the table. Are here. Я знаю on не только table. И изучила ключи и все. Здорово, здорово. Pretty, your keys, your, как мы ведем? You, ты, а your, чей? Я. Я будет I, а как сказать? Your, как переведем? Your. Не знаю. Ну, you это ты, а your переводится чей? Так мы your-то не изучали, Андрей. Я понимаю, что не изучали. Но если you это ты, а your чей? Чей? You, ты, а your, чей? Я не могу понять. Ну, как сказать от слова ты местоимение? Чей? Твой. Ты твой. Да в смысле твой? Your, твой. You. Ты, а Юр твой. Понятно, Маша, или получше объясни? Понятно. Понятно, давай. Pretty, your keys. Keys, это что у нас звенит? А pretty, ты что? Pretty, это имя. Pretty. Your keys. Pretty. Your keys.
твой ключ. Да, тут только множественное число, s на конце, поэтому множественное число. Your keys, как бы ключ от множественное число. Если один ключ, а много? Я не помню. Ну, смотри, у меня есть один ключ, а два будет уже чего? Если один ключ и еще один ключ, как сказать? И эти и они твои, то как сказать? Вот у тебя есть ключ и еще один ключ, и они твои ключи, твои, как сказать? Не знаю. Ну, смотри, у тебя ключ есть. А как скажи, у меня есть два чего? Ключа. Да, она говорит, он говорит, pretty, твои, что? Ключи. Ключи, все правильно. S показывает вот это окончание и ы в русском языке. Ну, множественное число. Там в русском языке по-разному, и, может быть. Ключи. Here. Что? Here переводится здесь. Here. Pretty, your keys are here. Я не знаю, что значит here. Here, я уже сказал здесь. Ой. Here. Pretty, your keys are here. Угу. On the table, ты знаешь? Ключи. Да, ключи, твои ключи. Да. Я забыла, как это here. Here. Здесь, there, там. Here, я there. Here, there. On the table. Угу. Где? On the table. Где? Where are your keys? On the table. Table. Помнишь, как переводится? Под столом. Только on. Under будет под столом, а... Где еще могут быть ключи со столом связанные? На столе. Да, на столе. Бабушка тебе подсказала, но ничего страшного. On the table, на столе. Угу. Sorry, honey, I'm tired. I work a lot. Угу. Давай дальше. Sorry, honey, sorry. Да, sorry, она извиняется. Прости. I am tired. Tired. Вот да, I'm, вот эти слова мы... Я понимаю. Что не изучали. Слушай меня. I'm tired. Похоже на слово tired. Да, tired. Уставший. I'm tired. Дальше. I work a lot. I work a lot. Мне кажется, значит, я очень устал. Да, я устала. I work. Work. Work это я не знаю. Ну, у нас было to go to work. To go to work. Куда ей нужно было идти? Не помню. Ну, куда дедушка обычно ходит?
Ну куда дедушка каждый день ходит? Саша куда каждый день ходит? На работу, С утра, с утра, куда он ходит? С утра. Вот ты идешь в школу, а он куда идет? На работу. На работу, вот и тут тоже. От слова работа, глагол работать. I work a lot, a lot, много, много. Sorry, honey, I'm tired. I work a lot. A lot. Угу. Давай повторим. Sorry, honey. Sorry, honey. I'm tired. I work a lot. I work a lot. Угу. Я работаю много. I'm tired. Я устала. Sorry, honey. Прости, дорогой. Honey переводится как мед. Давай найдем слово устала. Sorry, honey. I'm tired. I work a lot. Какое из этих слов устала? Sorry, honey. Ну, мы только что разобрали. Я не знаю, какой здесь. Так думаю, затем кто думает. Sorry, honey, I'm tired, I work a lot. Ну, тут три варианта. Какой выберешь? Как считаешь? Sorry, honey, I'm tired, I work a lot. Не знаю. Ну, какой-нибудь выбери, а мы обсудим потом. Ну, около I'm. Точно. I'm tired. Tired – это уставший. Tired. Do you want some coffee? Do you want some coffee? Do you want some coffee? Do я не знаю. Ну давай просто вначале скажем Do you want some coffee? Do you want some coffee? Do you want some coffee? Угу. И do это вспомогательный глагол you как переводится you? I you. I love you. Я? Love, люблю кого? I love you. I like it. Знаю. Я люблю тебя, мать. Вот. Да я не поняла, мою бабушка. I love you. Ну, ничего страшного, мы это еще закрепим. И получается, you, если you тебя, то как тут переведем? Do you, you, как переведем? I love you переводится я люблю тебя, то you это значит то. Тебя? You, ну, в том предложении это будет тебя, а тут будет ты. Do you want? Want – это хотеть. Want. 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 Mm-hmm. Some coffee. Some coffee. Это как я хочу кофе. Да, немного кофе. Mm-hmm. Do you want, только не я, было бы do I want. И тут вопрос, видишь, в конце знак вопроса стоит. Do you want some coffee? Получается, кто? Что? Do you want some coffee?
Это вопрос. Ю, мы решили, что это кто? Ю. I love you. I love you. I love you. Твой? Твой? Your, твой, а тут кто? Твою. Принадлежит. Твою. Что значит I love you? Ага. Ты? Я люблю. Ты want, хочу, а ты хочешь? Ты хочешь сам кофе, что хочешь? И вопрос, давай зададим вопрос. Do you want some coffee? Ты хочешь кофе? Да, ты хочешь кофе, немножко кофе. Okay. Yes, please. Yes, please. Yes, please. Yes, please. Угу, что значит? Да. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Видишь, какая вежливая. Okay, here, my love. Okay, here, my love. Here у нас было уже. My love. Here вот у нас было. Your keys are here. Here, значит, где? Что? Here, где? Не знаю. Ну, если рядом с тобой, как это сказать? Там, где ты находишься. Ну, как? Я не знаю. Ну, для тебя там, где я нахожусь, это будет там. А там, где ты находишься, это как сказать? Где находишься? Здесь. Что? Где, Маша, ты находишься? Ну, здесь. Здесь. Вот here, это будет здесь. Угу. Ну, и можно еще перевести вот, вот, вот. Окей, здесь. My love. Я. My. Окей, здесь я. My love. My. I – это будет я, а my – чьё? Моё. Вернее, чья? Моя. Uh-huh. I love. I love you. I love you. Окей, здесь моя. Love you. Love. Не знаю, love you. Ну, сердечком-то что обозначается? Любовь. Угу, да. Вот моя дорогая, вот моя любовь. Вот любовь моя. Окей, здесь моя любовь. Where is the sugar? Oh, here it is. Угу. Where is the sugar? Oh, here it is. Давай прочитаем. Where is the sugar? Where is the sugar? Uh-huh. Where? Переводится опять вопрос. Если мы хотим узнать, что где-то что-то находится, что мы какой вопрос задаем? Хотим узнать место. Uh-huh. Какой вопрос задаем? Не знаю. Ну вот, когда ты что-то не знаешь, что где-то что-то находится, какой ты вопрос задаешь? Вот не можешь найти свои ключи. Что ты, какой вопрос задаешь? Где? Все правильно, где? А она задает where, тоже где? Where is the sugar? Где? Sugar это где? Сахар. Sugar. Sugar. Где сахар? Да, где сахар?
Oh, here it is. Here. Для тебя там, где я нахожусь, это будет there, а там, где ты находишься, это будет here. Here. It's is. Here it is. И где это получается? Here. Here, там, где ты находишься, это называется место. Где ты находишься? Ну вот я нахожусь там, для тебя это будет там, а ты будешь где находиться? Здесь. Здесь. Да, here это здесь. О, oh, here it is. О, oh, здесь. Ой, Вот он где. здесь. Ой, тут еще неправильно написано. Так. Ищет сахар для кофе. Pretty drinks her coffee. Pretty drinks her coffee. Pretty drinks. Drinks. What does she do? Pretty drinks. Я не знаю, что такое drink. Drinks. Ну, что можно с кофе делать? Молоко, сахар. Я имею в виду, какое действие можно делать с кофе? Ну, пить его. Ну вот, это и есть пить. Drink. Так. Ферри, по-моему, или как его звали? Drink называется. Нет, я говорю, А, первое это. her, her. Фёдвинг. Почему? Вот это слово. Pretty drinks her. Кофе. Coffee. И получается, что делать Петти? Pretty drinks. Ой, Петти, как такое чувство? Петти? Pretty? Drinks. Ой, drinks. Пьет кофе. Чей? Что? Чей кофе пьет? Фрити пьет чай и кофе. Нет, я говорю, чей кофе? Чей? Чей кофе? Я спрашиваю, кому принадлежит этот кофе? Фрити принадлежит. Her coffee. Вот, смотри внимательно. Сейчас появится перевод. Her. Твой. Да, кофе. Свой. Ну, дословно переводится ее кофе. Мы так по-русски не говорим. Як! Як! Вот что-то тебе не понравилось, ты... что говоришь? Як! Из того, что ты пьешь. Или из того, что ешь. Як! Невкусно? Да, тьфу, гадость. Як! What? Невкусно. Ну вот перевод сейчас я сделаю. Фу. Да. Фу, гадость. What? What? Вопрос. Не знаю. Я да. не знаю, что такое. What переводится так и переводится что? Что? This is salt. This is salt. Ответит это что значит? This is, переводится это. Salt на что похоже? Это is salt. Да, это salt. На что похоже по-русски? Salt это соль.
Соль, да, это соль. Pretty, you are very tired. Pretty, you are very tired. Pretty, pretty, я... You are very tired. Я... Pretty, я... You, I, я, are you? You? Твой? Прийти, твой. Ты? Прийти, ты. You are very tired. 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 Тает, это тает. Да, тает, когда человек на работе много работал, он тает. Как он тает? Что? I'm tired. Я не знаю, что значит тает. Ну, когда таешь от работы. Что? Когда таешь от работы, много-много работаешь и что? Устаёшь. Да, you are very tired, ты очень устала. Very tired, очень, very. Yes, I need a new cup of coffee. With sugar, not salt. Mm-hmm. Yes, I need a new cup of coffee. Yes, я need. Need. Need это что? Ну, мы же договорились. Need, значит, ну. Yes, я ну. 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 Смотри, N, D похоже. Need, а в русском еще добавляется G. Нуждаться. Нужно. Нет. Yes. Я нужна. Я нужна. Мне нужно что? Нет. Yes, мне нужно. A new cup of coffee. A new. New York. Нужен кофе, мне кажется. Да, new cup. Cup, вот и это. Из чего кофе пьют? Cup. Как это называется, бабушка? Из чего кофе это пьют? Есть еще cupcake. Cupcake? Чай. Что-то типа кекса. Кап. Из кружки? Все правильно, кружка. Чего? A new. New. Самое главное, new. По-русски, видишь, мы если бы прочитали совсем по-русски, мы бы прочитали как new. На какое слово по-русски похоже? New? Не знаю. New? Я не знаю. Ну, какое прилагательное... Ты знаешь, со словом с буквами Н и В. Начинается на Н, а в серединке В. Какое не прилагательное? Знаю. Не знаю. Ну, может, бабушка подскажет? Есть прилагательное? Нет. Бабушка сказала новое. Понятно. Вот смотри, нев и новый. Похоже, да? Только читается это не как нев, а читается как new. New. New York, New Yorkshire, New Falland и так далее. New York. Знаешь такую страну, ой, город? Нью-Йорк. Нет, не знаю. Не знаешь? Статуя свободы, ты помнишь, мы смотрели? Да. Вот она стоит в Нью-Йорке. Сейчас ты знаешь. А переводится это Новый Йорк. В Англии есть Йорк, город такой.
А когда... Я знаю, что переводится Новый Йорк. Мне мама говорила. Здорово, здорово. New cup of coffee. With sugar. С чем? With sugar. Sugar. Ну что в кофе обычно добавляют? С... Sugar. Сахаром, мне кажется. Да, вот если мы по-русски прочитаем, будет сугар. Похоже на слово сахар, да? Сугар. Sugar. Not salt. Угу. Not salt. Не... Не что? Не соль. Не соль, не соль. Правильно. Не, не с сахаром, а с солью. Ой, с сахаром, а не с солью. Угу. Прийти так сильно устала, что? Прийти так сильно устала, что? Надо продолжить предложение. Что за... Что заснула на кухне? Я не знаю, что это. Ну, тут два варианта. Прочитай оба варианта и реши, какой из них. Мне кажется, Притти так сильно устала, что насыпала в кофе соль. Здорово, здорово. Salt. Давай найдем. Прости, как будет прости. Ну, или выбери те, которые ты вначале знаешь, а потом проще будет. Ой, а я не могу. Ну, ты мне скажи, я выберу. Соль это во втором и в первом солт. Солт. Еще какие слова знаешь? Стол и во втор... Стол это третий, и второй это тейбл. Тейбл. Еще какие слова знаешь? Доброе утро на той же строчке. Good morning. Good morning. И осталось два слова. Прости, мне кажется, это, ну, третье. Какое третье? Ну, ты попробуй пронести. А, прости, это последнее. И как оно произносится? Sorry. 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 Ну и осталось у нас... Работа! Как она будет звучать? Не знаю. Ну попробуй произнести. Я не знаю, как произносить. Ну ты попробуй, а я, если что, поправлю. Work. Только в начале будет... Так скажем, губный согласный work, work. А так ты почти правильно пронесла. Work. Вот как классно у тебя получилось. Так, сейчас я сделаю. Новую сессию.